нашу перемену можно было бы сделать. Владимир, а можете посмотреть? Для каллиграфа ему тяжело. Да? Чем тоньше, тем лучше. Это нормально? Да. Да. Нормально покрывайте. Чуть тоньше тут покрывайте, растягивайте. Еще тоньше. Хорошо. Да. И карандаш у вас, да? Да, это я в Италии купила себе, в Милане. Такой графит. Это в музее Леонардо да Винчи. Да? Угу. Такой типа старинный карандаш, как будто бы, да? Он такой есть, да. Это как копия какого-то старинного такого. А это он сам себе придумал, такой карандаш, да. Там можно купить себе такой. Ага. Там грифель достается, и его можно... Ну, затачивать наждачкой.